Приветствую вас, друзья, на моем канале. Сегодня я покажу, как легко, быстро и просто собрать украшения, которые мы сделали. Я делала в прошлом ролике вот такие кулоны и с AliExpress заказала крепления. Ранее мне пришли очень маленькие, но в этот раз я заказала побольше. Они 1,5 сантиметра. Нам понадобятся инструменты и фетр для того, чтобы не царапать наш металл. Также я приготовила колечки. Вместо этих креплений, которые я показала, можно с легкостью использовать колечки, если у вас есть. Если у вас нет ни того, ни другого, то можно обойтись и без них. А мы будем крепить с вами вот такие крепления. Я раздвигаю наш БЛ аккуратно. На нем есть два штырька. Один я продеваю с одной стороны, а вторым мне нужно попасть с другой стороны. Тихонечко, не торопясь, чтобы не поцарапать поверхность нашего кулона. Некоторые кулоны у меня получились толще, некоторые тоньше, потому что заливку я делала, видимо, разную. Но эти крепления справились. Я всегда кулон проверяю на прочность, что все хорошо держится. Поэтому, дорогие покупатели, носите украшения с удовольствием, не проверяйте их на прочность, потому что это делаю я. Украшение, сделанное вручную, всегда послужит вам долгой службой, если его не испытывать на прочность и бережно к нему относиться. Итак, нехитрыми движениями я все заканчиваю. Делаю все достаточно легко и быстро. Ничего сложного в этом нет. И хочу напомнить, что сейчас на AliExpress проходит распродажа. Кому интересно, заходите, смотрите, заказывайте фурнитуру, не забывайте пользоваться кэшбэком. Регистрируйтесь как пользователь или как веб-мастер, как вам удобно. Если вы зарегистрируетесь как веб-мастер, вам откроется большой доступ к управлению в своем личном кабинете. И с каждой покупки можно экономить 5%, неважно сколько стоит, даже если вы покупаете за 10 рублей. Если у вас остались вопросы, пишите. Если кому интересно и что-то непонятно, я могу снять видео, как зарегистрироваться, как возвращать кэшбэк и вообще все об этом. Пончики я решила сделать на шнурочке. Отмеряем нужную нам длину, чтобы он легко одевался поверх головы. И отрезаем. На конце завязываем узелок. Все просто. Я думаю, с этим справится каждый. Ну что, если вам понравился мастер-класс, ставьте пальцы вверх. Не забудьте, конечно, подписаться, чтобы не пропустить новые видео, новые идеи и воплотить их потом в жизнь. Все, всем пока-пока и до новых встреч!